И, ребят, у меня для вас акция. Я подберу стекло и чехол каждому. Волосинка осталась под стеклом. Сейчас мы ее будем доставать. И напоминаю вам, клею без увлажнителя, без ничего, просто дома. Всем привет, я рад вас видеть на моем канале. Сегодня будет у меня тема, это поклейка и монтаж стекол для разных моделей телефона. И я обязательно подберу чехол и стекло на твой смартфон. Если ты вступишь в мой телеграм-чат и напишешь мне свою модель с просьбой, подбери мне чехло и стекло, Артем, сделаю это без проблем. Об итогах предыдущего конкурса сразу же хочу рассказать. Победил вот этот коммент, в принципе угадал. Ролик будет про чехлы и стекла. Все честно, участвуйте, а мой нынешний конкурс, там будет три победителя, об условиях я расскажу в конце ролика, так что обязательно досматривайте до конца и участвуйте. Ну и плюс к тому же, научитесь тому, как правильно приклеить чехол и одеть... приклеить чехол и одеть стекло. Все именно так, не перепутайте. Ну что же, погнали, не буду тянуть, но предупреждаю, будет довольно уныло. Мои спали, я записывал как мог, чтобы их не разбудить. Так что сорян, но советы там дельные. Первым делом нам нужно, конечно же, снять разбитые стекла. Так получилось, что стекла спасли экран путем своей жизни. Оп. Вот в этом месте у меня разбилось. Ну, добивать я его не буду, но думаю, вам видно, что вот блестит. Но это уже не камильфо, уже тактильно мне не нравится. И как хорошо, что у меня было два запасных стекла. А у супруги стекло еще хуже. В общем, в сумочке она носила, все края понадбились, еще и вот. Ну, в общем, как-то так. Видите, стекла не рассыпаются, я советую только хорошие. И, ребят, у меня для вас акция. Я подберу стекло и чехол каждому. Все ваши модели присылайте мне в телеграм-чат. Вот такая вот акция от Олиголика. Давайте, ребят, всех жду. И заказывайте сразу по два. Это обязательно. Иначе вот одно разбилось. Чего, вот с ним ходить? Нет. Есть запасное, которое мы сейчас поставим. Конечно, без стекол экран намного лучше. Но советую его защитить. Всем советую вот этот чехол, это от Покафона, и вон тот под карбон от Покафона. Ролик будет вот тут у вас в подсказке. Он на ощупь очень приятный, ну и с красным я уже долго походил, буду дальше ходить с черным. Пока не советую одевать чехол, пока не наклеите то, что он выступает за края, а вот подложить вот такую штучку из-под стекла вполне советую. Снимаем чехол с Redmi Note 8, тоже классный чехол, мне очень понравился, здесь даже... под ткань, надеюсь, вам видно, что пыль собирает, а заднюю панель не царапает. А здесь дальше пойдет вот такой вот чехол. Только не знаю, будет ли супруга его носить, но я с таким походил. Также мы телефон ложим на вот такую подложку белую, в котором приходят стекла. Все, у нас два телефона готовы к монтажу. Здесь у нас вот сухая влажная салфетка и еще защита от пылинок, стикеры. Давайте начнем с влажной. Может, даже одной хватит на оба стекла. Советую отрывать не над телефонами, а отдельно, потому что сыпятся пылинки. К сожалению, салфетка уже сухая стала, долго лежала. Тут тоже уже сухая. Так, сейчас в эпоху коронавируса у всех есть дома антисептики. Просто по паре капель. Все, капнули на стекло и растираем сухими салфетками. О, какой тут сейчас запах спирта, ребят. Я, конечно, не алкаш, но пахнет прикольно. Антисептик мега быстро испаряется. Так, ну мокрыми протерли, давайте теперь сухими. Также в сторонке открываем, протираем сухой тут. Сейчас возьму тряпочку получше. Все-таки эти не очень. Идеально подойдут от очков протирочки. Кстати, зацените, какая пыль собралась. Вот что подойдет идеально. Протирка от очков. Теперь мы можем без проблем протереть. Все пылинки мы соберем, но зато никаких разводов совершенно не будет на стекле. Всем советую иметь протирку от очков дома. Все, экран кристально чистый, протираем тут. Все-таки антисептик немножко жирные разводы оставляет. Советую лучше просто водкой протирать. Или спиртом, или водкой. Антисептик все-таки плохой совет. Все. Экраны как новенькие. Теперь берем и собираем пылинки вот такой штукой. Ну ладно, раз начал под 8, с него и начнем. Здесь аккуратно присматривайтесь. Пылинки надо, чтобы ни одной не было.
пока я убираю пылинки, ребят, смотрели, что в Беларуси? Отпишитесь по этому поводу. Мне очень интересно, в какую сторону направлена моя аудитория. Все, от пылинок я избавился. Дальше стекло отделяем от основания. Всем советую Rinbo стекла. Ну, вообще, я вам, конечно, подберу, если вы мне напишите. Всем персонально подберу классные качественные стекла. А по этой инструкции вы сами без сервисного центра наклеите их себе. Так, еще раз контрольно смотрим пылинки. Не надо ни одной упускать. Иначе их потом геморно доставать. Мой любимый момент, когда растекается стекло. Сейчас увидим, насколько хорошо я убрал пылинки. Вот эта волосинка осталась под стеклом. Сейчас мы ее будем доставать. Для этого нам понадобятся тоненькие такие стикеры. Не люблю я это делать, но что теперь? Все, убрал волосинку, сами видели. Тут было белое пятно. И дальше нам нужно тряпочкой выгнать весь воздух в разные стороны. Если у вас вот такая белая клякса остается, советую приподнять стеклышко и вот так сделать. Воздух по краям сам уйдет в течение нескольких часов. Так, ну и проверка стекла на олеофобку. Это самое простое, что мы можем сделать. Это капельку воды капаете и смотрите олеофобку. Если капелька просто катается, то с олеофобкой у стекла все в порядке. Оп, видите? Один смартфон готов. Надеваем чехольчик. Чехол, кстати, хороший, плотно садится. И все. Вот так. Note 8 Pro готов. Даже теперь можно ложить его смело стеклом вниз. Ну что ж, давайте перейдем к Покафону. Алгоритм тот же, убираем пылинки. Наконец-то мне скажет супруга: наклеил ты мне стекло, сколько просила. Вроде пылинок нет. Давайте берем теперь наше стекло. Напоминаю, стекло от Rinbo. И открепляем от основания. Я в момент даже открепления, вот так, все равно там пару пылинок высыпается. И вот еще прохожу дополнительно, где, видите, аккуратно проходим. Потому что приподнимать стекло, лучше не приподнимать стекло. Реально бесит. Лучше сразу все учтите и уберите все пылинки. И напоминаю вам, клею без увлажнителя, без ничего, просто дома. То есть такое сделать сможет каждый. И мой любимый момент. И теперь момент истины, как я убрал пылинки. Напоминаю вам, что по краям все уйдет. Даже не парьтесь за это. Белые вот эти все пятна, они разойдутся. Ну, их, конечно, по максимуму надо даже вот так ногтем поправить. Выгнать воздух, но по итогу не останется воздуха. Если, конечно, вам не бракованное стекло попадется, потому что бывает, ты выгоняешь воздух, а ему хоть бы хны. Это просто пришло перекоса, боченное стекло. Ну все, самое главное, пылинок нет, а это уже мелочь. Воздух уйдет, я надеюсь. Все, теперь одеваем под карбончик. У меня чехол очень тоненький. И мне очень нравился. Все. Вот теперь у меня два телефона готово. Новые стекла с новой олеофобкой. Такое сможет сделать каждый. Всем советую. А я вам еще раз напоминаю, вступайте ко мне в телеграм-чат. Вот тут будет он называться. И я подберу каждому персонально и, так скажем, профессионально. И чехол, и стекло. Все зависит от ваших предпочтений. Чтобы разнообразить это уныние, просто посмотрите вот сюда. Прикольно, когда у тебя двухлетний ребенок хочет всем и всюду накрасить ногти. Ну, бывает. Ну и вам как бонус поклейка пленочки на Amazfit Bip. Прямо на телефоне буду клеить. Все стекла и пленки клеятся прям всегда аналогично. Здесь даже можно без спирта просто протереть хорошей салфеткой. Например, от очков, чтобы не было ничего лишнего. Сейчас подождем, пока экран потухнет. Всегда есть на пленочках 1 и 2. Вначале сдираете
стикер с номером 1. А, я уже вижу пылинки. В общем, вот такой вот стикер при поклейке даже такого маленького стеклышка всем советую. Прислоняете, разглаживаете. Даже нет. Стираем стикер под номером 2. У нас остается пленочка целенькая. И теперь ее разглаживаем от воздуха. Ой, сделал в торопях, получилось, что попало. Жена меня убьет. Нет, на самом деле пленка тоже ляжет. Ляжет как надо, после того, как мы выгоним пузырьки воздуха. Ну все, теперь и часики защищены, пленочки. Можно ходить смело. Все просто, ребят, всем советую. Чехлы, пленки вы вполне сможете наклеить сами дома. Итого у меня сегодня 2 стекла и пленка. Бум! В общем, ребят, спасибо за просмотр этого ролика. Очень рад тем, кто смог досмотреть мое это уныние до конца. Ну, ролик будет полезный, реально, кто хочет сам научиться клеить стекла и пленки. В принципе, ничего сложного. И новый конкурс. 3 будет человека по $5. Просто пишите какие-нибудь хорошие комменты с пожеланиями, с темой для будущих роликов. Просто такое комьюнити. Рандомно выберут 3 человека по $5 вам на баланс телефона или бы еще на что-нибудь. В общем, такой интерактивчик. Я жду ваши комментарии. А на этом все. Надеюсь, ролик будет вам полезен. И вот итог. Не знаю, как видно, почти белых пятнышек не осталось. Вот только одно с краешку. И то оно почти ушло. Все, экран полностью черный, нету белых пятен, как я и сказал. Ну, уходило, считай, с утра до вечера. Так что моя методика работает, вы вполне можете сами дома клеить стекла, покупайте, они стоят на лишки копейки, да, подождете пару месяцев, но все вот придет и все будет четко. Подписывайтесь на мою инсту, там какие-нибудь еще конкурсы, например, я сейчас разыгрываю, ну просто так скажем, 100 рублей, 500 тенге тем, кто угадает, что у меня пришло в 2 посылочках, а это будет и тема для следующего ролика. Все, заболтался, всем спасибо и всем пока-пока.